записывать. Очередной заезд. Такой не зимний, но демисезонный. Демисезонный. Куда ты завез нас? Сусанин герой. Саня. Тетя Люся, по вашей просьбе, в очередной раз решили сварить неринские пельмешки без спешки. Едем потихонечку, поликонечку, ломаем нас. Давай возьмем две пачки, холодно же все равно. Все, мы... Продолжайте снимать дорогу. Евгений. Здравствуйте. Да, где-то там есть-то. Ой, а меня не видно? Да, да, да. Я в темноте. Ну вот так. Мне так тоже не видно. О, не, есть. Есть да? Лицо кавказской национальности. У нас двойная съемка. Да, 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 да. Ледокол Надя. Ледокол Надя, да. Справа болото, слева было поле, до Неринки, там до Старореченья. Дело грибов нема, так бы насушили. А что-то с грибами это как-то сложновато. Да, не сезон. Я что, просто так с вами поехал, что ли? Я поехал по грибы. Товарищ водитель, можете как-нибудь ровнее ехать, чтобы не болтало? О, да, 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 и на матрас. Совсем интересно. Сворачиваем Карповскую. Этот момент немножко интересует сейчас на повороте. Внизу? Да, да. Меня так интересует там. Где ближе к дому? Да. Это тоже интересный момент. Себе тоже аккуратненько шпаточком. Yes.
были. Очередной раз. О, вот так вот мы тут. Ну что, тетя Люся, варим мы тебе пельмени по-нелински. Вода из Нелинги. Это 100%. Не стали заливать завозную какую-то. Очень. Проблем вообще нет. Да. Хочешь снять? Ну-ка, во. Во. Вот каменка у нас топится. Во, еще выше. Так, пельмени пытаются убежать. Некому помешать. Некому. Приходится делать все равно. Снимать. Надежда стоит за окном уже. Все. У меня. Ну, как вы думаете, можно уже идти подавать? Или все-таки еще поварить для них? Вот они сидят, бездельники. Все, уже все, готов. Заметьте, температуру даже не видно за пакет. Стрелка приближается к 10 градусам. Медленно. Минус 10. Ну, надеюсь, что-нибудь тут увидите. Пельмешки. Да. Не слушайте этого человека. Он сюда ехал постебаться над всеми. Константанция. На тебя сейчас камеру смотрю, да? Я так, ладно, все. Может, не на шлюнке поставить? Давай. Перестань давай, будем фигней заниматься. Ты, может быть, захочешь с этим самым. С этим самым? Ты с водой? Я? Да. Кости сухие. Кости сухие. Ой, спасибо тебе. Ой, Александр, если ты бы не накормил, кто бы еще не накормил? Ух ты, медведь. Ну, медведь. Чем бы ты? Тебе с водичкой? Нет. Без. Тоже без? А? Ну, воды немножко все равно будет. Нелинские пельмешки. Не знаю, что получится на видео. Видно. Как это там в рекламе-то говорят, пельмешки без спешки, да? А мы не спеша приехали. А у нас нелинские пельмешки. Пельмешки без самогешки? Не может такого быть. Я закончил с этим делом. Так, вот видите, батарея стоит. Батарея. Огонь. GoPro 100 видео.